Сегодня, в День Героев Отечества, на холме воинской славы состоялась церемония возложения цветов к бюстам кузнечан героев Советского Союза. Почтить память героев-земляков пришли первые лица города и представители общественности. Страна, которая готова защитить себя, она не воюет. Воюет страна, которая не готова себя защитить. Тогда ее пробуют на зубок. Надо, чтобы у нас был и дух, и героизм, и все остальное в народе. И, естественно, экономическая, военная сила. Тогда будем жить мирно, решать мирные проблемы. Наверное, к этому мы стремимся, и к этому стремится президент нашей страны. И, наверное, в этом, наверное, цель нашего существования – поднять страну экономически, в социальном плане, но при этом не поступаться национальными интересами, обеспечивать безопасность государства и мирное небо над нашей страной. Давайте почтим память героев, тех, которых нет с нами. Пожелаем здравия тем героям, которые ныне живы и представляют собой живой пример героизма. И дай Бог, чтобы на нашей земле таких героев при необходимости было как можно больше. Участники митинга почтили память павших героев и возложили цветы к бюстам кузнечан героев Советского Союза. Жители города Кузнецка гордятся своими героями. Ведь они – образец отваги, беззаветного служения Родине, подлинные герои, на примере которых воспитывается подрастающее поколение. Их сила духа, любовь к Родине, мужество, стойкость и героизм всегда будут служить примером.